Всем привет, с вами снова я, Варин и Кастелан. Мы возвращаемся и в Витхен, так что трансляции Саш будет, некоторые новости Саш будет. Завтра будет трансляция по нашим любимым Сталкер. Ну, мы, конечно, продолжаем. Да, конечно, закинул меня вниз. Ну, мы начнем. Так, я забыл, как есть Ампу. Так давно не играл в этот Завел Виткин, что забыла, что нужно нажимать, что и делать. Ага. А, точно, мне что-то нет. Ладно. Так, ладно. Ну, пока эти меня не замечают, можно. Чуть ли на пробел нажал. Все. На. На. Да, попал! Есть! Минус один. На затылок! Да я сзади! О, да ну вас! Ой! Ой! Блять! Тут метка зашкаливает! Ты мертв? Да, ты мертв. Точно мертв. Да блин. Блин, показалось, что тут еще здесь. Бери пули. Ломаем. Так, иди. А, вот точно это да. Ай, нет, ничего. Я не доверяю трупам. Эта игра научила не доверять трупам. Не, разные игры. Мы учили меня не доверять трупам. Особенно в Deep Space. Ну, кто знает эту игру, то она молодец. Да бери ты уже. Да, конечно же, две пули. Да куда ты бьешь? Ты? Ну и где я там? Окей, по одному. Ты первый. Сейчас ты. Двоих? Да, двоих. Какое-то везение хорошее. Да боже ты. Вот и ничего нету. Идем дальше. Ой-ё. Да ты... Кастеланос, залезай. Тут ничего. Одна пуля. Полное счастье с одной пулей. Опять затрачивает от пробела. Давай, ну давай. Опа. Я первый раз замечаю вот это. Здрасте. Я вас ломаю. Ключик. Два ключа. Ты живой? Не, он не живой. Вот он ломается. Пиздос какой-то. Ладно, идем дальше. Ой. Так, ладно. Вау-вау-вау! Ага! Безупречно. А, не, все нормально. Он сейчас тут он стоит. Тихо. Они в... Не, ну... Какого? Ой-ой-ой! Да какого фига? Я же за укрытием был! Прям так стоять, что ли, надо? Ну да, прям так стоять. Да бери ты, иди! Иди, порошки. Тихо, тихо! Во-во-во! Ну нафиг, я сваливаю отсюда. Не хочу тут быть, здесь надолго стоять. Так, ладно. Так, идем. Идем. Ну, я, кажется, видео будет по минут 40-30 чем-то. Так, где-то в субботу или воскресенье продолжу новое чтение. Не знаю, как
на какой мод, что я не буду продолжать его. А то я слишком сильно забросил, прям надолго. Так, что у нас тут? Так, ворота закрыты, а тут у нас патроны. Ну да, 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 да. О, щит. Чего? Окей, я вообще ничего не понял. Но они все взорвались. Это какой-то вспышки. Так. Воу! Тихо! Уйди! А, они лупаются. На! Лопайтесь, твари. Остался ты. А, не, вот он последний. А те все. Ой, задрачиваю это пробел. О, я не знаю, или надо быстро нажимать, чтобы открылось быстрее. Покороче. Люблю воду. Они могут неожиданно выпрыгнуть. Пустота. Давайте сюда зайдем. О, гель. 500. Банка большая, но все равно там 500. Чего? Блин, пугал. Чего? Не, мне показалось. Не знаю, почему мне показалось, но там что-то было. Опа. Так, стоп. А, вот. Мелкие, умрите. О! Я его сейчас нападу, блин. Ох ты! Срань, мелкая. Где ваши эти бати? А, точно, на них не действует скрытное убийство, у них же две головы. Да ты чё, иди? Так, шари их. Ух, кто там? Где ты? Да где он? А, вот ты где. А, не, вот. А, ну можно просто на них ходить. А я, блин, бью их. Капец. Ну, боже ты мой, патронов нет почти. Да я сейчас скоро сдохну, если патрон не найду. А, вот, говорю честно, я ничего не нажимал, свет сам включился. Ему что, темно, что ли, вот так вот здесь? Чё это там? А, понятно. Ничего не упадет на меня. Стоять. Давай, поднимайся быстрее. Ну, гельчик. Еще гель. А может быть секрет какой-то где? Стоятка где-то должна быть. Да вообще, блядь, хз где надо быть. Они везде могут быть. Три. Че это я взял? Что я взял? Нет, ничего нету. Зарить сможешь? Не сможет. Ладно, спускаемся вниз. Ай. Так. Я зашел слишком далеко и, конечно, попал в ловушку. София столько раз просила меня остановиться, но я так не хотел. Еще не на шаг приблизиться. Я знал, что будет трудно, но я же был так близко к разгадке. Я обратил внимание, что из-под двери немного дует. Наверное, это она видит наружу. Пластина, на которую я нашел, похожая под слой углубления. Возможно, это ключ. Но какой стороной его оставлять? Вероятность 50%, а я хожу здесь уже целую вечность, но не в состоянии сделать простейший выбор. София, если я выберусь отсюда, то обниму. Тут обниму тебя и скажу, что ты была права. И я никогда тебя не отпущу. Ну, как видно, он не ту сторону засунул. Где ты? Пластина.
Ёпта ты ж ты налево. Вот и пластинка. Странная каменная пластина с обеих сторон вырезанница, одна сторона в крови. Ох ты, блин, налево. Ну вот. Ничего не случилось. Тут разрядка легкая была. Где кровь, там не надо ставить. Так, сюда идем. Опа. Капа, капа. Да вы издеваетесь. Окей, идем. Вау! О, ну да, 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 давайте меня в психиатрическую больницу. Ну, побежали. Не зря я выносливый скачал. А если меня никто не понял? Нету. Да вы издеваетесь? Doc, what the hell is going on? There's no time. I need to figure out how to reverse this if we're going to stop him. Who? This Ruvik guy? Who the hell is he? I'm sorry, I have to find this. I can't help if you leave me in the dark, Doc. And you need me to help. We were working on a method. How can I explain this? It's like linking brains together. Sharing everything on an electrochemical level. Emotion, memory, perception, everything. Directly. It's unprecedented. The implications on psychology, on pharmaceuticals, on consciousness itself. Are you serious? It's a fucking nightmare. Well, I didn't say it was perfect. Especially not with such a unstable host. Great. So your research partner is a psychopath. And we're all inside his head. Not exactly, no. All of us are contributing on some level. But he's the only one with conscious influence. You know how he thinks. What does he want? Well, it's just a theory, but I'd say he wants us dead. Сразу три ответа появилось. Первое. Доктор? Доктор, ты чертов психопат. Второе, я согласен с Костазом. Третье, если он нас хотел убить, то он убил бы всех сразу на нашем первом встрече. Все, больше нет. Утром мы впервые отвели Лили в детский сад. Она смелая девочка, быстро привыкает к новой обстановке. Три последних года для Майера. Благослови ее Господь, были нелегкими. Заботиться о маленьком ребенке, это ведь тяжелая работа без выходных и отпусков. Наконец-то Майера получит передышку. То есть вернется в полицию, в отдел розыска попавших людей, исчезновения, все больше и больше. Если как можно быстрее не выявить их причину, скоро и свидетелей не останется, все исчезнут. Конечно, я преувеличиваю, но все-таки в Кримсон Сити творится что-то неладное. И это нужно прекратить, а Майра в этом поможет. Она отличный специалист и просто счастливая возможность снова заняться любимым делом. Ай, согласен, согласен. Так. Есть что-нибудь здесь вообще? Давайте осмотримся пока что. По идее, должно что-то здесь быть. Тут нету. Там тоже. Не знаю, ну здесь что угодно может быть. От патронов до ключика. Самое главное, нужен ключик. Ладно, окей, ничего нету. Окей! Окей! Оки-доки, бежать! Оки-доки, 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 беги! Беги, Кастелланос, беги! Да беги ты!
Хорошая, блин, пробежка у нас. Иди нахрен, Рубик! Ну ты что-то забыл? Вау. И мы живы? Нет, ну не живы. А, нет, нормально. Ну, наверное, два эпизода пройдем сейчас. Второй начнем. О, другой эпизод. Потому что я там где-то на середине пути этого эпизода дошел. Надо продолжить эпизод. Девятый. Жестокие игры. Рукопашные атаки могут напугать врага. В каком степени? Я сколько их бил, они их. Не пугались они. Не говорите, что мы на улице. Что? Ворона, может, слезешь с меня? Castellanos. Was that someone else's memories? Вот это сон хороший. Так, подожди, она что-то назвала. А мы опять, ну что тут? You were moaning in your sleep. Have a bad dream? Ну, в каком-то степени да. Чё ты акаешь? Где ты? А, вот он. Please refrain from agitating the others. Теперь у меня появились загадки, кто сидит в этом комнате. Даже Окей, оки-доки. Хорошо. Что-то я хотел сказать, но я быстро забыл, что хотел сказать. Ладно, давайте откроем ящики. Так, давайте вот этот нижний откроем. И... Ну нафиг мне их. Ёпта. Ну давайте какую-то вот эту откроем. Да вы издеваетесь, что ли? Вот мое счастье, блин. Два электроболта, которые, блин, нафиг не нужны. Дайте патроны возьму. Здесь возьму. Все. Просто счастье на в полных штанах. Ну, так и назову. Вы что, издеваетесь? Не, правда, ну это уже издевательство какое, блин. Я думал, сейчас возьму какую-нибудь баночку или что такое. Вот тебе подарочек. Два электроболта и патрон. И еще, блин, разрывные стрелы. Сейчас хорошая. Я точно не знаю, что прокачивать. Мне все мало. Урон можно качнуть. Точно с меня вообще прокачано-то. Емкость. Время перезарядки. Урон. Давайте запасы качнем. Да я вообще не знаю, что качать. Все мало, блин, в таком степени. Ман, давай вот это качнем. Все. Это все, что ему качнуть. Ну и время перезарядки. Все. Все, что хотел. Там что-то где-то было держать, что ли? А! Да, давайте, телепортируйте.
Это было ожидаемо. Ну, просто ожидаемо. Есть новости. А, вот газета появилась. Где были родители? 17-летняя девушка сильно обгорела. Брат и сестра, игравшие в амбаре в поместье семьи Викториана, стали жертвами пожара. Девушка впала в кому, причина пожара неизвестна. You look as if you'd seen a ghost. Окей. Ладно. Ладно, уходим отсюда. Не хочу здесь быть. А. Хочу, хотите, чтобы я туда пошел? Ну идемте туда. Ну конечно. И лучше slow motion сделали. О, тормози, тормози! Жесть, спасибо, Рубик, спасибо. Вот куда я хотел, вот прямо. Опять чертов 500. Убью. Баночка 300. 500. Что-то здесь где-то пробел. А, вот. Есть что-нибудь? Какая-нибудь фиговина? Или какая-нибудь статуэтка? Дайте мне ключик. Дайте ключ. Не нужен ключ. Ну, плитка хотя бы. Да-да-да-да. Фрагмент. Тут есть что-нибудь? Тут просто так не заметишь их. Надо так раз просматривать к экрану, чтобы заметить эту фигню. Да ёб! Ой, идем дальше. О, да-да-да, встал, блин, быстро. Эти вас мороды. Уэйн, I've seen that house somewhere. Где-то я видел, в газете тебя видел, или где-то в другом месте. I've never been here before, but... Но ты не договорил, Кастеланос. How did they get here? Я что-то не мог рассмотреть, потому что мешал вот этот фонтан. Так я бы увидел, кто там зашел. Да, да. А, во, блин. Ну, а конечно, услышал Бог мои молитвы. О, патроны. А то я уже сейчас замучаюсь. Патронов почти нет. Ключей тоже. Дайте патроны другие еще. Ай, ладно, что у нас тут? И вот нормально. Круто. Один патрон на дробаша. Вообще жесть. Ненавижу такую вот горе. Эй! Стоп! О! Сейчас такие слова хотел сказать, но я промолчу лучше. Жестокие игры. Now what? Сейчас обратно сделать что-то надо. Ну пока не будем заходить в хранялку, идем сюда. Здесь можно свет включить. Так, провод видео шел сюда, значит. Да ты ж ты. Ай, собираем все, что и найдем. Баночки хотя бы. Так, прятаться можем здесь. Запоминаем это место. Так, ну все, больше ничего нет. А, вот что я забыл. Да!
Люблю, когда не достаю, блин. Чё-то мне не хочется туда идти. Чёртовая мина! Пугала до такой степени, чуть не нажал снова. Ух ты, ёртнутая мина. Просто повезло мне, сейчас просто повезло. В таком степени чуть не перестрался. Ладно, никого нету. Ну да, тут никого нету. О! Нормально. Сойдет. Так. Чё у нас тут? Два мира разделены пропастью. Наверху близдяки, зрители смеющие на трагедии. Внизу беспомощный жертва, теряющий все. Вот сама. О, нет! Рубик! Лови бутылку! Лови бутылку, блин, что-то я ступанул жестко. Блин, от смеха даже плачу. Блин, такую глупость сделал, отвечаю вам, ребята. Блин, опять все заново собирать. Да, нам всегда надо пойти. Вот эта птичка, оказывается, есть. Я сейчас не могу успокоиться. Такая фигня, блин. Рубик, чертов засранец, напугал до усрачки. Еще бутылку я зачем-то кинул в него. Так надо прятаться от него больше всего, потому что его никого не убьем. Так, тут пина-то чертовая. Да! Все. Все, успокойся, мина. Ой, так. Надо где-то стать так, чтобы легко было все пройти мимо его. Да тут еще найди, где стать, блин. Так, мы это читали. Ну, вот засранец. Пока на это не нажму. И... Окей. Что-то как-то странновато сейчас было. Не, мне что-то как-то очень страшно стало. В таком степени. Рубик где угодно может появиться. Давайте возьмем. Так. Загадки, загадки, повсюду эти загадки. Да ты! Прячься! Прячься! Давай, 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 давай! Полетел. Хорошо, что он за дверью был. Где он? Его я и не вижу. Вот подстава, блин. Фу, хорошо, что здесь стол был. Не, место, где спрятаться можно было. Есть. И это чертовая мина. Скажи, это мы обезвредим. Ребята. Блин, их двое. Где бутылка? На в голову тебе, застранец. А.
Вообще не понял прикола, ну ладно. Ну, тут ничего нет у них. Попадался. Потратил одну стрелу на этих двоих, которых вообще ничего нету. И опять эта чертова мина. Твою ж ты налила. О! Стрела мне в руке. Ничего. И только одна баночка. Ой, что-то у меня сыкотно стало. На Рубика ничего не действует, как я понял. What do we have here? Ты чё пугаешь меня? Окей, операция на мозг. Subject number 58, test 92A, electrode placement in M33, pain region, ineffective. Anticipate greater results with stimulation of section F7, the consent region of the neocortex. Subject imprint, only partially successful. Individual personality traits linger. F7, значит, да? Где-то здесь должно быть, кажется. Током не знаю. Поехали. Он живой. Я поставлю это как цензура. Why are you back? I didn't give you permission. Come now, we're both men of science. Men of science are dedicated to the pursuit of knowledge. You can show me your experiments. I can show you things. You wouldn't like them. You'd think they're gross. In science, one must do any number of things a layperson may find disgusting. I've done many things others would consider distasteful. You think I'm some kind of a monster? You concern yourself so much with your appearance, but that mind of yours, that's all that matters. Не, Руби правильно делает. Is that Рувик with him? Извините. Не, Руби правильно делал, чтобы он не разрешал ему здесь быть. Фу-та! Без головы останься. А, нет. Ой, я боюсь. Рубик опять где может быть? О! Чё-то как-то боюсь идти дальше. Там Рубик где... Этот Рубик меня просто пугает. А, мне туда надо. Давайте проверим другие двери. Ага. О, это что такое? Чё? О! Так, тут не написан код. Тебя, блин, перерезал всех. Значит, здесь был пробел написан. Боже ты мой, пропускай все, блин, эти кнопки. Ага, закрыто. Окей. Чё-то мне не нравится это помутнение такое. Вот честно, вот здесь ролик будет. Так, справа никого. Вот слева есть. Тут женщина. Вот сюда идёт. Отвернись, сучка. Умри, тварь.
нет, 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 беги! Беги, Костеланс, беги! Вот чё я боялся больше всего, этого засранца. Беги! Прячься! Мразота! Только хоть... Ой, нет, ну ты тварь! Он меня убил. Падла. Падла, 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 большое падла. Ну почему? Ну пошу проверять это место. Ну почему? Блин, да идите нафиг, я уже не хочу вас видеть. Ну просто падла. Ну почему я решил это глянуть? Выходи ты! Умри! На тебе! А ты чё? Достал меня! На тебе! Чё, такой сильный? Получай! На тебе хедшот, блин! А, тут дневничок вообще оказывается. Я не хочу читать дневник, потому что... Так, мы это видели. Идем дальше. Так, идем брать этот циферблат. От 0 до 9... 2, кажется, пароль. Я не знаю, тут что угодно может быть. Убил, не убил, я вообще хз. Она жива! Фига! Живучие твари! А. Окей. Ладно, идем наверх. Вот если он тут появится, я просто угорать буду. Как мне потом придется бежать от него? Два. До 24. 2 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 2 и 11. Все запомнил. Давайте пойдем обратно. Есть такой пароль, я вообще только не знаю, тут такие замудренные пароли есть. Болт. Нафиг бутылку. Так. Пожалуйста, Руви. Да, блять. Все пугает. Все до единого. Пожалуйста, не появляйся здесь. Не появляйся. Не хочу где-то здесь прятаться тебя. Так. Так. Два и 11. Там тебя, блин. Окей. Again. Снова. Эй, ладно. Я все равно это закрою всю эту фигню. Живой. С4, это где у нас? Ну оттуда фиг увидишь. Так. Ага, между вот этим, вот этим.
Где-то здесь должно быть, да? Ну да. Ладно. Поехали. Ладно. Тем более, все равно ничего не увидите такого. Но они... живые. Так сказать. Полумертвые живые. Hospital has not received the family's usual donation this year. And why would they? Has the hospital been doing anything worthy of donation? The Victoriano family has always been a generous contributor. Where are your parents? They have gone away. When do you expect them? Is there something you wish to discuss, Doctor? I came to inform you that the hospital will no longer be able to provide you with assistance. Materials. Your research will very quickly disintegrate. How dare you come into my home and threaten me? Ой, налево. Фу. Так, остался центр. Остался чертов центр. Все. Только Рой, не появляйся здесь, пожалуйста. Мне такое счастье вообще не нужно. Забери ты косланцы. О! Топорик сойдет! Просто сейчас страшно. Рубик, блин, ваншотная тварь. А? Да прячься ты. И конечно же топор тут оставил. О, вижу. Вижу врага. А, это простой враг. Ёп, что-то боюсь. То есть это был Рубик, то да, надо было прятаться. А тот простой враг. Иди сюда! Получай! Ваншот, собачка. Я снова видел ее там, в конце коридора. Как всегда, прекрасные черные волосы, посеребренные лунные светом. Глаза черные озера на фарфоровом лице. Она была в своем любимом платье цвета алого заката, словно пятна крови в тусклом свете Лаура. Ну, конечно, ты не умерла. Чё, с ума сошел? Чё-то мне не нравится, как тут этот звук. Если Рубик появится в этом месте, я просто угорать буду. Я не знаю, куда прятаться, потому что прятаться только в три места, на котором можно провести эти три места. Какого фига? Тебя мина, блин. Я от тебя избавлюсь лучше. Чтоб ты не мешала. Страшно где-то. Да вы издеваетесь, что ли? Ну ладно. Так. И поехал. Полетели. Опа. Блин, не тази. Ну, фрагмент. Остров. Как он пугает. Сюда зайдем. А, мы вот куда. Опа! Ключик. Боишься? Почему он пришел в тот момент? Я такой, у меня сердце бьется, как ты знаешь, как сумасшедший. Он такой прост.
Уйди, Руфик, просто уйди навсегда. Не появляйся больше. Ух ты ж ты, блин, налево пронесло. Ой, ненавижу его. Ненавижу. В таком степени ненавижу, что я готов его расстрелять раза пять. Не, больше, еще больше надо. Раза 10 точно. Пусто, пусто, везде пусто. Боже, мне показалось просто. Так, мы пришли. Да, роняем это. Ну, то все равно я прикрою. Так что вы что-нибудь там этого не увидите. Где-то здесь? Где-то здесь. Поехали. Конечно. Это правда на внимательность и на зрение все. Загадка. Поехали. Перерезал свет к своему отцу и мать. Ну, это его дело. Что-то меня... Что-то пугает что-то. Ладно. Зато мы наконец-то открыли. Окей. А, тут запись есть. Ну конечно же, тут было легко догадаться. Он не появится хотя бы. Второй. Maximum frequency stimulation of cortical regions has proven less than effective. The subjects scream and scream, but they die much too quickly. Tailored settings achieve better results. The only question that remains is which regions to focus on. Fear, hope. Consent, trust, envy. Three of these are pivotal. But which will open the way? Ключевым фактором? Тут вообще как... Закидал его в разные стороны. Просто туда-сюда его закидывал. Все? Да, все. Дальше сюда зайдем лучше. По-быстрому просто. Я-то даже я это не буду читать. Вот те истории жизни Кастелланоса буду читать иногда. А, точно, мы топорик там поставили. Мы топорик там поставили. Хотите использовать зеленый гель? Где зеленый гель? Говори, женщина. О, что это у нас? Идентификация займет несколько недель. Четыре изуродованные трупа найдены рядом с поместьем Викториана. На тех обнаружены следы грубых хирургических операций. Ну, о боже. Свинью зарезали. Ладно. Так, давайте получим наши... используем наши добрые ключи.
Посмотрим, что у нас получится открыть. Давайте вниз. Куда путает кнопки. И гель. Хорошее. Хорошее начало. И давайте вот верхнюю какую-нибудь. Мы только одну верхнюю открыли. О, самое главное, патроны. Хоть что-то. Так, а что мы можем за 16 тысяч? Вот точно не знаю, что можно за 16 тысяч прокачать. Так, ладно, сейчас посмотрим все. Ой, как ненавижу такое смотреть на это. Ну прям. Давайте пистолет урон. Емкость не надо. Я эти дробовики не буду качать, потому что у нас есть свой дробовик бесфольный. Так. 5000. Косарь. 5. А, болты нет, не будем качать. Запас надо качать. Вот, запас на пистолет и... шприцы, потому что больше всего трачу на патроны, пистолеты и шприцы. Так, сейчас пойдем заберем оставшиеся патроны, а то что-то веселье без патронов не... Ага, там все равно две пули только. Ладно, окей. Двустволочка моя любимая, двустволочка. Так, я не знаю, сколько минут уже бегаю, но потом таймеры ставить хотя бы. Тьфу-тьфу, блин. Так, 30 минут в этой игре пробегал. Может быть, больше. Ладно, возвращаемся. Идем сюда. Ладно, закрыли как закрыли. Идем вперед. Не надо. What the you? Slice clean, all the way. No cure for what I'm going to do to you. Peel pristine skin. Thoughts from the mind. Ruvik? Ruvik. Маленький гаденыш. Да ты не идешь. Давайте посмотрим. Фак, бежать! Воу, блин, шуби. Ты куда? Чёрт! Ай! Маленький засранец. Ловушки понаставил, блин. Напишешь, хотишь мелкого. Опять 25. Ну да. Опять 25. Я не знаю, куда идти. Это просто капец. Это... Ну, кто-то наставил, блин, этих... И ничего, пускается еще? Да они еще опускаются? Бежать отсюда!
Здрасте. Да вы издеваетесь? Иди. Иди давай. Да я знал, что ты посвалишься. Куда тебя я? Бежать! Ай! Так. Так. Прикол в электроболтах. А чё они не работают? О, не туда побежал. Ползи, ползи. А ты беги. Где ты? Я убежал? Я убежал. Ну не уверен, но я убежал. Все, давай отсюда. Так, стоять. Хорош, Грег, ясно одно. Электроболты не действуют. Давай, открывай. Опа. I led here. Фига там идет расстояние. Окей. Ну здесь не просто так все. Давайте осмотримся хотя бы. Может что-то найдем. О! Давайте сейчас что-то найдем. Так. Тут ничего. Опять электроболты. Может здесь найдем ключик. Да что за прикол? Нету ничего больше. О, вот. Да. Вот это счастье. 5 пуль на снайперке. Круто. Ладно, заходим. А вот Лаура. I know you're in here. I can hear you breathing. Она игралась. Rich bastards. Think they can buy up all our land. They need to be shown who really owns these parts. Ага. Hey, I think there's kids in there. I didn't hear anything. Shit. I better get out of here. There.
Круто, круто, очень круто. Ну просто круто, ну молодцы деревенские застранцы, просто подожгли невинных детей, из-за этого вот Рубик не стал таким. Так, что, надо вот это взломать что ли? Нет. Это что за прикол? Защитите рычаг. А, вот оно что. Крути, крути. Готово. Так, ну как сюда? Все готово. Вау! Вот чертов. Так. А тебе не знаю, что делать. А, ясно, понятно. Ну да. А, ты ч... Беззубый ты, тварь. На конь пошел. Так, где он? Спасибо, что постояли. Получай. Да пигри ты потом. Где враги? Воу. Я вам все равно продолжаю плодить их. Он еще сам нападает. Да мри тут же. Так, назад. Вау-вау-вау. О. Я могу одно сказать. А что мы сделали? Ничего не... Я с кастеланцем ничего не делал. Окей, идем дальше. Фигня какая-то происходила, психоделика. Must eat. You've got to keep your strength up. My children. Беатрис. Да сказать, что мама Рубика звали Беатрис. Так сказать, неплохо. Такое нормальное имя. Ну, конечно, сейчас закроется. Хорошая сценка. Фу, на этом мы заканчиваем. Это было полное же, блин, сдохнуть пару раз от Рубика. Еще, блин, в одном смешном моменте, блин. Тогда было весело. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.